Так, у мене є можливість кадрувати наступних наших гостів, яких Інуся уже представляє. Так, я просто щаслива представити, можна сказати, вже відоме вам обличчя. Ви його бачите майже кожного дня на телеканалі, на телевізійних новинах Миколаївщини. Це Павло Москальов, завідувач відділу ведучих філії НТКУ Миколаївська регіональна дирекція, а також член Національної спілки журналістів України. А також у нас сьогодні у гостях Віктор Завізіон, режисер філії НТКУ Миколаївська регіональна дирекція. Просто епохальна особистість також на телеканалі Миколаїв. Ми вітаємо вас, друзі. Епохальна я через большу букву чи ні? Тільки з великої букви. Самое главное, что... Режиссер с великой буквы. Самое главное, что мы с Виктором Даниловичем, наверное, не случайно сегодня утром вдвоем в этой студии, так, потому что сидерки. Мы неразлучная пара, да. Режиссер новостей и, собственно, ведущий новостей, наверное, так. Отож, все ж таки ми розпочинаємо, говоримо сьогодні про те, що народилася студія, можна так сказати, народилася студія. Ваші враження, скажімо так, від всієї роботи, ваші якісь спогади, що найяскравіше? Тому що ми це запитуємо сьогодні в усіх, бо кожен створював якісь свої проекти, і відповідно в кожного свої якісь враження, в кожного свої спогади найяскравіші. Поділіться. Ну, прежде всього, Вітя, нужно сказати огромне спасибо тим людям, які сыграли огромную роль в становлении нас на то время молодых журналистов, которые mm-hmm. приходили работать в областную государственную телерадиокомпанию Николаевскую. Добрыми словами хочу вспомнить сегодня тех людей, которые сегодня были в этой студии. Это, конечно же, Александр Александрович Митрофанов, который в 2003 году, собственно, меня принимал на работу на нашу студию. Это Александр Витальевич Топчий, заместитель генерального директора, который действительно был учителем для нас молодых, который учил нас работать, который, может быть, в какие-то моменты заставлял переписывать какие-то материалы, но мы приходили к тому моменту, когда наши сюжеты выходили первыми. Была программа такая «Украина день за днем», это был информационный проект на Первом национальном. Потом мы начинали одними из первых, и, собственно, мои материалы выходили одними из первых на Первом общественном канале в программе «Час Краины». Поэтому и нужно сказать добрые слова о тех людях, которых, к сожалению, уже нет. Огромную роль в моем становлении как ведущего, как журналиста сыграли Владимир Николаевич Дедков, «Царство небесное». Это был... режиссер с большой буквы, человек с большой буквы, который действительно за меня замолвил слово во время худсовета. Это Владимир Иисусович Корень, ведущий нашего канала в свое время. Человек, который учил нас работать, меня учил работать и быть настоящим профессиональным ведущим. Вот. И, естественно, те, кто сегодня вместе с нами плечом к плечу работает, утром за пультом, как правило, работает Татьяна Михайловна Колесниченко, это женщина, которую мы, молодые, называли мамой, до сих пор называем. Почему? Потому что мы приходили сюда, были молодыми, несмышленными, она учила нас правильно заходить в студию, правильно вести себя в студии, правильно говорить, правильно подавать информацию. Если Татьяна Михайловна сейчас нас слышит, я хочу сказать огромное спасибо этой женщине, потому что... она беспокоилась обо всем, чтобы мы вовремя поели. Она нас кормила и кормит до сих пор. То есть она помнит о том, что все-таки мы должны быть сытыми. Она беспокоилась о наших каких-то личных проблемах. Естественно, это Владимир Алексеевич Лысюк, который на сегодняшний день является директором программ филии Национальной телекомпании Украины Николаевская региональная дирекция. Вот. И по совместительству это мой кум. Да, он крестил мою дочку. Поэтому, ну вот, очень много людей. Я прошу прощения, если кого-то сейчас не назову, потому что все, абсолютно все, это монтажные, инженеры видеомонтажа, это режиссеры. Виктор Данилович Завизион, человек, который, с которым я ездил на съемки, и я ему очень благодарен, потому что он меня брал вот так за руку, приводил на съемочную площадку и говорил: вот здесь ты должен сделать вот так, здесь ты должен сделать вот так. Когда мы работали в новостях, он мне делал замечания, мы где-то когда-то с чем-то не соглашались, но мы вместе с ним работали большие многочасовые эфиры и на 8 марта. Виктор Данилович приходил на площадку и говорил: так, пацаны,
Мы работали с Федором Бондарем вместе, и он говорил: так, давайте вот здесь так, давайте вот так, надо вот этого гостя вот так подать, а этого вот так. Ребят, слушайте меня, потому что Павлик, я не хочу мне, вам... Павлик, мне нечего будет говорить, если вы хотите. Просто действительно, очень много людей сыграли большую роль, и на данный момент тоже играют роль. Я хочу сказать добрые слова о наших звукорежиссерах. Mm-hmm. Вот в данный момент тоже за звукорежиссерским пультом в прямом эфире работает Нелли Волова. Это просто замечательный человечек. Это звукорежиссер-профессионал, которая делает все для того, чтобы мы внимательно, классно говорили. Да, я хочу сказать еще о человеке, звукорежиссер тоже очень классный, и тоже человек, которая сыграла большую роль в нашем становлении, в моем становлении, это Татьяна Григорьевна Трегубова. На данный момент она уже на заслуженном отдыхе, но я так думаю, что она, наверное, смотрит сегодня наш эфир. Человек, который действительно тоже много помогал. Она учила нас даже тексты писать. То есть она говорила, что: ребята, вот здесь вы неправильно говорите, а здесь вы говорите правильно. Надо вот так, вот так. То есть, понимаете, каждый из людей старшего поколения вкладывал в нас, вкладывал в меня свою частичку и до сих пор вкладывает. Потому что на самом деле журналисты, которые приходят работать на телеканал «Николаев», это такая мозаика. Это чистый лист бумаги, на котором профессионалы, мэтры телевидения рисуют, каждый, вкладывая свой мазок, рисует полотно, которое в конечном итоге становится произведением телевизионного искусства. Паша, ти дуже багато приємних слів сказав про своїх колег. Ми б також хотіли тобі зробити подарунок, кадр однієї з твоїх робіт, щоб подивилися телеглядачі. Давайте. Давайте подивимося, друзі. Доброго вечора. Вітаємо вас, шановні глядачі. В ефірі телеканалу «Миколаїв» чергова програма з циклу «Миколаївщина. Суцвіття регіонів». Наш проект присвячений 20-річчю незалежності України. І в ньому ми розповідаємо про здобутки та досягнення регіонів нашої області. Сьогодні ми знаходимося у Вознесенському районі. Він розташований у центрі Північного Причорномор'я, має цікаву історію і давні славетні козацькі традиції. Протягом години ми будемо знайомитись з людьми, які створюють його добробут. Між іншим, тут не лише гарно працюють, але й добре відпочивають, весело відпочивають. В цьому ми будемо мати змогу також переконатись. Але, як то кажуть, краще одного разу побачити, ніж 100 разів почути. Тож, вирушаємо в подорож Вознесенським районом. Вознесенський район Миколаївської області – потужний економічний вузол на півдні України. Як адміністративно-територіальну одиницю, його було створено у 60-х роках минулого століття. Протягом 20 років незалежності України Вознесенський район переживав різні часи. Впевнені зміни на краще почали відбуватися поступово останні декілька років. Сьогодні тут на перше місце виходить інноваційна модель розвитку економіки. Отож, вот буквально два слова. Хочу сказати, що це був проєкт, в которой реализовала наша телекомпания совместно с областной государственной администрацией, и наши съемочные группы объехали практически, не практически, все районы области. И вот что касается, опять-таки, людей, за режиссерским пультом в то время рядом со мной находилась, ну, непокойная, к сожалению, Людмила Ивановна Коровякова. Вместе с ней мы сделали на то время 6 проектов. Ми були одною із зйомочних груп, яка об'їхала більше всіх районів і зробила програму. Але хотілося б все ж таки звернутися до ще одного нашого гостя. Ми вже сказали, Паша сказав про майже всіх, звичайно, всіх згадати неможливо. А хто брав участь у встановленні молодого покоління, у встановленні телебачення? До вас запитання наступне. Які зйомки все ж таки, або який проєкт запам'ятався якнайбільше? І от ви можете сказати, що у вашій творчості це є візитівкою. Ты хочешь, ты приготовил отрывок из какого-то фильма? А, не ищи. Нет, да? У нас есть отрывок. Хотелось бы задать. Мало времени уже осталось, поэтому я совершенно точно хочу сказать, что я человек уже вот такого возраста, но сейчас на телевидении я вместе с вами, молодыми, которые пришли, талантливые, способные, вот я вас приветствую у нас на работе, хочу прилюдно вас поздравить и поблагодарить за вашу прекрасную работу, ребята.
вы нормальные люди, вы пойдете очень далеко. Не смущайтесь, что вы работаете на областном, провинциальном телевидении. Если вы захотите, я вижу по вас, да, вы сможете сделать все, что угодно, так, как делали и мы. Потому что, ну, мало у нас каких-то вообще возможностей. Угу. Но когда сильно захотеть, очень захотеть, то все может быть получится. Можно и в космос полететь, да? Запросто, запросто. Только поставить себе задачу. Я очень приятно, я не могу этого не сказать. Сейчас наше телевидение, Николаевское, переживает совершенно вот на сломе, на хорошем сломе. И я горжусь тем, что сейчас телезрители видят, что у нас хорошая работа. Я не буду называть фамилии, из-за кого это происходит. Уже времени нет, да и неправильно меня поймут, понимаете? Но меня нашли, мне нашли работу, мне нашли место, как человеку, который имеет опыт, как человеку, который имеет такой возраст, и я переживаю уже второе свое телевизионное рождение, и мне это приятно. Нам теж дуже приємно, і ми пропонуємо вам та глядачам переглянути фрагмент, який, скажімо так, ви вже передугадали. Ну, я теж дивимося, друзі. Що ці зорі в небі цім шукають? Нащо плаче вічністю вино? Зовсім інші люди відшукають в іншім краї золоте руно. І герой драконове заоре сім'я у Тавриді золотій. Але й тут маяк, пустеля, море і життя, і вічності. Прибій. Ностальгія. Ну що ж, ми дякуємо нашим гостям, дійсно, за те, що сьогодні завітали, тому що говорити можна дуже багато, це зрозуміла річ, кожен з людей, хто працює на телебаченні, вже не один рік заслуговує, звичайно ж, на окремий фільм і, мабуть, цілий цикл, тому що роботи зроблено багато і розповісти глядачам є що. Ми поки що дякуємо вам, думаємо, що це не остання наша зустріч в ефірі, звичайно ж, наснаги на майбутні роботи, майбутні творчі проєкти. Творчого натхнення.